все уже не кучки ходят. Да, не кучки ходят. А мы раздельно. Здесь сегодня проходит лазертаг. Это лазерный бой с участием воспитанников детских домов и социальных приютов нашей республики. Принимают участие представители и Уфы, и республиканских учреждений. Вот. И праздник посвящен, наверное, 23 февраля, Дню защитника Отечества. Дети приехали с различных районов, даже Челябинской области, Мирьяра, Аша. Здесь 9-й детский дом, социальный приют республиканский. 7 детских приютов и детских домов сегодня присутствуют. Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман, как всегда, традиционно готовит им плов. Там клево, там нормально. Там клево, стреляешь, там по одному стреляешь. Перезаряжаешь оружие, короче. Там лазерами это пыляешь, так по тельцу пыляешь там. Ну, там туман такой идет, ничего не видно там. Я первый раз, ну вообще круто там. Отлично. Только все толпой нападают. Они маленьких не догонишь там вообще. Команды нападают, так неинтересно. Мы еще второй будем раз играть, я их это сделаю.